Жители дома номер 43 по улице Комсомольская обеспокоены. Во дворе многоэтажки началось строительство гаража. По мнению жильцов кооперативного дома, работы ведутся незаконно. Инициировал строительство ветеран Великой Отечественной войны Григорий Невейкин, проживающий неподалеку. Узнали мы совершенно случайно, увидели в окно, что пришел человек в возрасте, с ним внук его, и стали ломать здесь наши кусты, которые вот здесь прорастают. Территорию стали очищать, естественно, вышли люди, которые увидели, стали спрашивать, и они, не скрывая, сказали, что мы хотим здесь построить гараж. Как так можно вообще распоряжаться нашей землей? У нас дом кооперативный, мы платили налог на эту землю. Жители дома потребовали приостановить возведение гаража, несмотря на то, что ветеран предъявил документы. Григорий Невейкин таким агрессивным настроем людей был просто обескуражен. Пришлось даже вызывать полицию, чтобы жильцы 43-го дома не препятствовали строительным работам. Здесь бурьян был. Страшно было даже смотреть. Я когда все это расчистил, вот, и когда это начали чистить, они никто не говорили. Теперь вот надо песок подсыпать. Зачем песок привезли? Я как зачем? У меня разрешение есть. Вот. Никакого твоего разрешения нам не надо. Они не хотят смотреть. Вот. А за то, что, говорит, вот мы кричим на тебя, вот, ты должен нам уплатить за то, что мы нервы портим. На оформление земельного участка в городской администрации у Григория Невейкина ушло почти полтора года. Поведение жителей, которые даже не поинтересовались положением дел и сразу подняли шумиху, его удивило. Родственник ветерана Илья заверил, что сотрудники мэрии выезжали на место лично. Приезжали земельные межевальщики, забили колином, сделали все привязки от домов ближайших. И все, мы проплатили за это. Несмотря на все убеждения, предъявленным документам жильцы дома верить отказываются. Чтобы прояснить ситуацию, за комментарии мы обратились в городскую администрацию. Там факт оформления земельного участка подтвердили. Было определено несколько мест размещения данного гаража, но учитывая плотность застройки и прохождение инженерных коммуникаций, было определено место вблизи дома 43 по улице Комсомольской. Стоит учесть то, что данный земельный участок, он не входит в границы многоквартирного жилого дома, закрепленный как бы, да, за многоквартирным жилым домом. Однако в мэрии пояснили, что заявителям пока не оформлен договор аренды земельного участка. Только когда документ будет готов, ветеран сможет начать полноценное строительство. По сути, это вопрос времени, и жителям с решением чиновников придется смириться. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.